Che bello che loro di sotto, appunto. Ascolta, вон девушка прошла в розовом пальто, девчонки, в сумочке Chanel и в джинсах. И perché questo Iana scritto una volta. Ah, Jasmine sempre usa vestiti rosé così li ritira in centro attenzione di uomini. Tipo fa. Questo mi ha fatto ridere, ancora rido. Ogni volta quando metto rosé dico: ah, oggi ho messo rosé perché voglio ritirare attenzione di... Come si chiama? Ritirare? Attirare attenzione di uomini. In centro Padova. Puoi credere? Ой, наконец-то Луиза Спаньоли поменяли витрину. Но что-то мне не очень-то нравится эта витрина какая-то. Которой было до этого, лучше была витрина. Опять эти махеровые платья, которые будут везде, потом этот махер везде будет мазаться. Конечно, они тепленькие. Единственное, что мне здесь нравится, это сапоги. Questo negozio deve entrare, mai entrato. Questo. Ci sentiamo tra 40 minuti, 50 minuti. Ciao. Ой, вот это вот бахрома везде. Кардиган с бахромой. Сумочка маленькая. Тедди. Антисекси. Все цвета осенние. Да, сегодня что-то прохладненько. Пока я вышла из дома, наступило солнце, ушло, наступил холод. Как жаль, надо было сперва выйти, потом делать дела дома. Глупость я сделала. Это все мы уже смотрели. Сейчас хочу пойти в Пинка, хоть и там музыка, но сделать несколько, примерить несколько пальто на себя. Потому что я вам рассказывала, что я никогда... Боже мой! Что я никогда не покупаю, если есть возможность подождать и купить за 40-50% распродажи, скидки, то я предпочитаю покупать, когда распродажа, потому что... Выкидывать такую сумму денег за такие марки. Ну, если, например, вообще не делают скидку, то, конечно, да, тогда я покупаю. Например, сумки Chanel нету скидки, сумки Hermes, Louis Vuitton. Приходится покупать иногда за полную цену. Но это вещи, которые стоят своей цены, потому что долго носятся. Поэтому... Ну что я могу сказать? Девушка идет с розовой биркин. Розовым. Она, наверное, тоже снимается, как я, в центре Падуя, по словам Яны Скворцовой. Все, кто ходит в розовом. Чао. Adesso arrivo. Пока нету музыки, по-моему. Ой, смотрите, уже на праздник наступили. Buongiorno tutti. Perché sai che cosa volevo? Riprovare quel capote giallo. E tra poco voglio prendere. Non lo so, voglio prendere una capote, non lo so quale colore. Вот это тоже ничего такое пальто. Поэтому, девчонки,
Я вот такая вот сегодня. Видите, когда вот такие вот накидки, ты как бы более квадратная кажешься.